Всем привет и с наступающим всех Рождеством и Новым годом. У нас сегодня Рождество, и хотела вам показать просто, как я все нарядила там на улице. Успела я, думала, что я не успею ни дом привести в порядок, ничего. Но две ночи и два дня, и все в порядке, в общем. Так у меня в этом году выглядит. Вот, в этом году мы будем встречать с детьми одни Рождество. Папа у нас в командировке. Это вот я купила такое дерево, которое можно потом высаживать на улицу. И дома оно не сохнет. Самое главное, не забывать поливать, и иголки не опадают. Вот. И у нас сегодня будет пижамная вечеринка с ними, наша елка. Огоньки покажу, может, попозже. Так вот она выглядит. Наша елка. И подарки внизу. Когда муж приедет, мы ему оставим его подарки под елкой. Он сам их откроет потом. Вот. Приедет он через несколько дней уже, так что чуть-чуть осталось. И вот камин с Дедом Морозом. Вот эти свечки мне тоже дарили. Тоже Дед Мороз. Вчера вот этого сын. Ну, он попросил, чтобы я ему купила. Вчера, перед последний день перед Рождеством, и сегодня пару часов работают магазины, продают уже все с 50% скидкой на все уже вот такие вот штучки, скатерти, Дед Морозы 50%, на все вот такие светильнички 50%, в общем... Так что очень выгодно покупать в последний день. Здесь у нас такие Дед Морозы на санках везут елку. И в такой, ну, в лесу, в общем. Вот эту елку я тоже покупала в том году на распродаже. Вот. Так-то они дорогие, но когда на распродаже с 50-70, они выходят за копейки. Вот этот, по-моему, я покупала в Принцессе. Нет, да, в Принцессе. Туда свечку вот ставишь и зажигаешь, и вечером очень красиво все горит. У меня разные елочки. Вот эта такая легкая, но красивая, из пластмассы. Вот эта очень тяжелая, она из натурального стекла. Снимаю без света, не знаю, как вам видно, нет. И вот эта из стекла очень тяжелая, такая приплюснутая. Вот, вот этот ангел, светильник. Вечером это смотрится... Просто замечательно. Сейчас попробую включить вам свет. Нет, темно все равно получается. И вот ангел такой стоит. Тоже светильники. Вот, вот такие штучки мне нравятся. У меня в детстве такая была, когда свечка горит, они крутятся. Давай Дед Мороза в Принцессе в том году тоже на распродажу купила. Это мне дарили. По-моему, ручная работа. И там, когда зажигаешь свечку, там такое ощущение, как будто в окошках горят свет. Вот одну мне дети разбили. А другая осталась. В общем, вот такая у меня, по крайней мере, надеюсь, с утра красота. Тоже мне дарили, очень рада вот этой игрушке. А вот эту игрушку уже покупала сама, они очень дорогие. Но опять, когда вы берете их на распродажах, они получаются на нормальную цену. Я всегда беру такие игрушки на распродажах, потому что еще бывает, что они бьются, так как они сделаны так очень красиво, и чтобы не было денег жалко очень сильно, то лучше брать на распродажах. Но вообще у нас перед Новым годом и после начинаются дикие распродажи, и поэтому я даже не переживаю, всегда покупаю там. Корзиночку можно такую поставить с конфетами, кто сидит за компом. Такую игрушку. Снеговик там в снегу стоит. Еще один подсвечник такой. И вот шишка тоже зажигается. Вечером все зажгу. Вот такой цветок все сделала. Красоту навела. И вот такие пробки у нас продаются. Для бутылки. Бутылку я помыла. Можно выбрать любую бутылку любого цвета. Пробка продается с фонариками. И вот я туда напихала всякие мишуры. И вот удобно так нажимаете, и бутылка загорается.
Ну, я сделала как одну. Бутылки мне не надо много на кухне, но вот так для дизайна. Дом у меня маленький, вот хватает. Можно так на дачу, кстати, нам очень бутылок понаделать, чтобы светло было. Так, это нам уже подарок подарили. Вино подарили нам. Вот, а я сегодня буду делать детям завтрак такой рождественский. Они там сыр, колбаса, будут выбирать сами, что хотят. Сейчас сделаю какао, и на обед у нас будет на Рождество будет у нас два русских салата, под шубой еще какой-нибудь придумаю. И будет, конечно же, рыба. Так что да. Я еще пока не накрашенная, но все будет скоро. И сегодня у нас будет пижамная вечеринка. Пижамная вечеринка, такое Рождество, так как муж у нас у меня в командировке и приедет он через несколько дней. Вот. Я пошла готовить.